Отличный новый способ монетизировать кулинарный канал. Сегодня я в рамках программы по созданию кулинарного канала расскажу и покажу на примере хороший, действительно грамотный, действительно хороший способ, который позволит вам креативить, который позволит вам готовить вкусное блюдо и при этом классно-классно зарабатывать с гарантией. Итак, смотрите, что это за способ. Мне пришло письмо, где великолепный сервис, видите, он сегодня, там, 7 декабря, немножко с запозданием, прислал «Представляем кулинарию на впечатлениях Airbnb». Что сие значит? Сервис Airbnb – это сервис, который убрал посредников в виде агентств недвижимости, в виде туроператоров и позволяет людям арендовать жилье, комнаты, дома на день, на месяц, на год в любой стране мира по приемлемым ценам. То есть вы, если представить, вы используете сервис, то вы получаетесь, вы можете связываться с заказчиком через сервис, причем сам сервис дает гарантию. Сервис очень интересный, но нам важно другое, нам важна кулинария на впечатлениях Airbnb. Что сие значит? Теперь вы можете осваивать традиционные рецепты с настоящими знатоками. Кулинарные впечатления Airbnb – это как приглашение на семейный ужин. Вам даже не нужно бронировать жилье. Что это значит? Вот мы смотрим, да, что готовьте, ешьте по-семейному с радушными местными жителями. У каждого блюда есть своя история, будь то равиоли от итальянской бабушки или моле по рецепту древних ацтеков. Это Мексика. Кулинарные впечатления проверены на качество. Вы не только узнаете традиционные рецепты, но и удовлетворите кулинарный аппетит. И теперь смотрите, вы можете готовить пасту с итальянской бабушкой в Риме, Италия. Вы можете готовить португальские блюда в Лиссабоне. Вы можете готовить мале с местным поваром в Мексике. Готовьте индийские блюда в Индии и пробуйте суши прямо в Токио. То есть, как это работает? То есть, вы приезжаете, вы останавливаетесь в какой-то стране, допустим, вы останавливаетесь в Сингапуре, и там вас встречает хозяин квартиры, но вы можете еще договориться прямо там, прямо в Сингапуре, либо в Мексике, либо в Португалии, либо в Минске, либо в Москве, чтобы вам кто-то показал, как он готовит дома. Это же классно, когда кто-то умеет классно готовить, допустим, какие-то блюда, и вас приглашает на небольшой семейный ужин, где вы сможете готовить. И вот смотрите, вы можете готовить прямо в доме. И здесь более 1900 предложений. Вы можете готовить на ферме, то есть вы приезжаете в Францию, либо в Италию, прямо на ферме и готовите, либо поужинаете на пляже, в пещере, где только угодно, на природе. Очень крутой сервис, очень крутая история. И вы же можете спросить, хорошо, а где же здесь я? А кто вам мешает, если вы замечательно делаете свои пельмени, вареники, драники, не знаю, борщ украинский с пампушками, кто вам мешает здесь зарегистрироваться на этом сервисе, ссылочка будет внизу на регистрацию, и начать предлагать другим туристам приезжать к вам в гости, где вы будете прямо дома, прямо у себя там на даче, дома, где-то в уникальном месте будете вводить в вашу кулинарию ваших гостей. Это же классно, при этом заработки вполне себе хорошие. Более того, вы сможете в дальнейшем еще развиваться и это все записывать на видео. Поэтому более, опять же, здесь можно выиграть стипендию, да, вот если сейчас заниматься. Посмотрите, как это работает, да, Италия, на кухне с Марой, от $2 на человека, там, да, либо там $3 на человека, либо $46 на человека, в зависимости от того, где вы готовите, потому что существуют большие рестораны, которые делают мастер-классы, или как вот в Великобритании кто-то там, одна из мадам, видите, она готова за $204 с человека на 3,5 часа, соответственно. Там будут группы, если мы нажмем, готовим обед, то есть большой обед, видите, размер группы до 10 человек, кухня британская, языки английский, и здесь получается, вот человек предлагает, более того, здесь можно собирать отзывы, здесь можно все это делать, можно смотреть и в любой стране.
Поэтому, друзья мои, если у вас кулинарный канал, если вы хорошо умеете готовить что-то, если вы хорошо умеете накрывать на стол, если вы классно объясняете, то это очень грамотный способ дополнительного заработка на своем кулинарном канале. Обязательно перейдите по ссылочке ниже, зарегистрируйтесь на этом сервисе, найдите кулинарию на впечатлениях Airbnb и начинайте экспериментировать. За спрос денег не берут. Если есть вопросы, пишите под этим роликом. Посмотрите, здесь есть уже живые примеры того, как люди в буквальном смысле зарабатывают на своем хобби. Они приглашают на уроки приготовления пасты, на уроки делать детские сладости, на то, как правильно делать французские круассаны. Посмотрите, как это работает. И уже здесь есть у людей десятки, а у некоторых и сотни отзывов. Вы, как всегда, будете говорить завтра, говорить я потом. Так вот, завтра не наступит никогда. Прямо сейчас регистрируйтесь на сервисе, прямо сейчас начинайте изучать, как это делают другие, и начинайте делать самостоятельно. Более 2000 предложений уже ждет. Это очень классный способ монетизации, если у вас кулинарный канал. Спасибо за внимание. Приходите к нам в школу, бесплатную школу видеоблогеров, где мы даем интересный и полезный контент. А также приходите на канал «Сделаем сами» кулинарный канал, где мы делимся, как сейчас, фишками и все это даем в буквальном смысле бесплатно. Мы делимся идеями, как монетизировать, как честно, без нарушений правил, монетизировать ваш кулинарный канал. Спасибо, до свидания.